Физкульт, привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Запускаю на канале новый плейлист, в котором буду выкладывать видеоролики для людей, которых большинство, которые хотят сохранять и улучшать свое здоровье, свою физическую активность и работу головного мозга, продлить свою жизнь качественно и чувствовать себя хорошо, но при этом, чтобы люди, которые будут смотреть на вас, получали еще от вашего внешнего вида эстетическое удовольствие. Ибо большинство людей, приходящие в тренажерные залы, не хочет выглядеть суперсухими, либо супермассивными. Большинство из нас хочет хорошо себя чувствовать и хорошо выглядеть. И как бы ни развивался бодибилдинг огромными шагами, все равно, друзья, это неестественно. И о чем никто не говорит, огромная мышечная масса – это лишний вес. Все равно, что лишний вес в виде жира. Именно для сердечно-сосудистой системы. Именно поэтому спортсмены с излишней мышечной массой так часто имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой и даже умирают. И это не связано со стероидами, друзья. Это связано именно с избыточной массой тела. Естественно, хорошо проработанные мышцы – это гораздо лучше, чем жир. Но чрезмерная мышечная масса также опасна для сердечно-сосудистой системы, как и чрезмерное жирообрастание. Естественно, мышцы смотрятся более эстетически. Именно поэтому на канале запускаются ролики, которые будут для людей, которые хотят себя хорошо чувствовать, хорошо выглядеть и радовать себя и близких. Здоровьем своим отношением к жизни, позитивом. И первый ролик будет, как вы меня уже давно просите, о голодании. Потом поговорим о воде. Итак, пошагово я буду вас вести, вводить в курс дела. И вы будете получать колоссальный опыт. Естественно, в первую очередь по питанию и потом уже постепенно переходить к тренировкам. Обязательно пишите в комментариях, как и что, какой шаг будет на вас сказываться. Обязательно пишите, какие темы, какие вопросы вы хотите, чтобы я затрагивал в данных роликах. И напоминаю, друзья, что этот плейлист, эти ролики, в первую очередь для здоровых людей, которые хотят быть здоровыми, оставаться здоровыми, улучшать свое здоровье, не только физическое, но и ментальное, духовное. Друзья, мы с вами, как всегда, увидимся в тренажерном зале. Всем сил и массы, без травм. Друзья, не пропустите, я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка-среднячка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше, чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию, на все типы мышечных волокон. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группу. Но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек. Нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу.
Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока! Сухой мышечной массы и силы без травм.